Всем привет! Сегодня у нас с вами 7 июля. Давайте посмотрим прогноз дня и что нас ждет, да? Какой день и какая карта дня к нам выпадет. Карта дня, тройка кубков. Сегодняшний день обязательно принесет с собой радостное событие, либо благую весть. Отметьте это, поделитесь своим хорошим настроением с близким окружением, с друзьями, с супругом. Пригласите родных и друзей к себе на уютный и вкусный ужин. Распейте прекрасную бутылку вина, оставленную когда-то про запас. Устройте просто себе гармонию, радость, да, счастье, да, хорошую энергетику. Позовите гостей, родных, близких. Вот эта энергия, энергия праздника, когда за все пойдет своим чередом. Совет дня, не удивляйтесь, если вдруг успех будет преследовать вас по пятам. Быть благовонием судьбы. Очень здорово наслаждаться этим ощущением, ведь никто не знает, когда милость меняется с гнева. Не стоит также впадать в крайности и вести себя слишком легкомысленно. Не бросайте все дела на самотек, устройте романтику. Сходите к друзьям, расслабитесь, если не хотите их пригласить к вам. Итак, сегодняшняя энергия очень хорошая и очень позитивная. Желаю вам всего хорошего. С вами была я, Наталья Гудкова. До встречи!